называется «Как я расфигарил очередной телефон». Это у меня Лиэко Ли 2, 527. Вот есть еще Лиэко 1, Ли ТВ, который был. В общем, экран расфигарен вот таким образом. Вот я сейчас его нагрел феном. Подковырнул такой вот штучкой. Грею феном где-то градусов 100. Подковыривается вот этой штучкой, а потом одним слоем пластиковой карты все остальное снимается. Вот, не знаю, что делать. Сейчас думаю, может быть, от старого, если подойдет. Потому что экран-то работает, но сенсорник не канает. Вот. Невозможно ответить ни на звонки, ни на чего. В общем, вклеено тут, конечно, по-взрослому. Вот, собственно, вот так вот у нас соединяется. Здесь вот откручиваем шлейфинги. Лейку вообще по-другому скрыть просто невозможно. Только со снятием экрана. Отшлупливаем шлупы. Экран, блин, только с Китая, короче, можно заказать. Ехать он будет не быстро. Так, отколупываем. Опа, отсоединился. Так, хочу попробовать сейчас от Ли ТВ экран. Вообще, совместим ли он? Судя по разъему, они одинаковые. Если судить по разъемам. Делаю, конечно, как с рыбом по яйцам. У Ли ТВ шлейф пошире. Из-за этого вот он... О, воткнулся. Так, ну сенсорник что-то мигает. Но на экране нифига нету. Так, экран прям один в один. Хотя нет, не один в один, есть разница. Ой, непонятно, что делать дальше. В общем, от Лека экран не включается. То есть он темный, но нижние сенсорные включаются. Шлейф воткнулся.
тут. А, жаль, жаль, несовместимые они. Придется ждать экран. Вот эти остатки отковырять. Резинку, кстати, можно будет использовать повторно, спокойно. Она липкая, хорошая. И на место поставить можно использовать. По контуру вообще хорошо сохранилось. Лека клей, конечно, крепче. Сильнее греть надо. Иначе... Эх, жаль, экран от ТВ не подходит, блин, очень жаль. Опять без телефона придется сидеть, блин. Зато это первый опыт у меня по отколупыванию экрана с таких вот смартфонов типа моноблок. Вот так вот удачно я приложился об асфальт. Телефоны имеют свойство все время выпрыгивать из рук, сволочи паразитские. Я уже переколотил, не знаю, сколько экранов. За последний год это уже, наверное, 4-й телефон. Ай, на это уже мне надоело. Просто надоело. Они, наверное, специально делают такие экраны. Колотятся на раз-два. Ставлю родной экран. И он работает. Вот эти клавиши только не работают. Тоже теперь заглючил. Но светится. Ваш пени канает. Будем искать экранчик. Будем искать экранчик. Что ж ты, гаденыш, не работаешь-то, ну? Что ж ты не работаешь-то? Ну почему так вот всегда, а? Почему китайцы делают не одни и те же экраны? Почему? Ну-ка, а если его... В ЛТВ? О!
И здесь работает. Удивительно, рядом. Это родной экран. Ну-ка, экран от LeTV. Светится. Светится. Ну-ка, запустится телефон вообще. Как светится классно. Вообще ништяк. Не работает. Все, можно вырубать. Буду искать экран.